Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня я расскажу, как вставить на сайт на базе WordPress форму голосования и опроса. Сделать это несложно, если есть деньги, а вот бесплатно это нужно еще поискать. Вот я, собственно, поискал и нашел приложение poldaddy.com. Итак, смотрим тарифные планы. Тут все относительно недорого. В общем, как везде, но нас интересует free. Он, по идее, создаст аккаунт на WordPress.com. Нет, не создаст. Говорит, что у нас уже есть аккаунт. Сейчас разберусь. Да, нашел, когда я создавал аккаунт на Gravatar, он его создал на WordPress.com. Пароль я вспомнил, вот мы здесь. Можно заплатить все-таки какие-то деньги, ну хоть что-то, говорит он, но мы будем стоять на своем. Нет, все бесплатно. Вот, мы готовы к работе. Мы можем создать опрос, голосование, викторину и рейтинг. Все не успею показать, создадим голосование, это самое простое. Итак, вопрос. Варианты ответов. Тут мы еще добавим возможность пользователю оставлять собственные ответы. Защита. Оставим без всяких капч. Repeat, то есть возможность проголосовать несколько раз. Пусть голосуют, не будем блокировать ни по cookies, ни по IP. Далее результаты. Пусть видят результаты и не комментируют. Create. Тут он нам предлагает выбрать дизайн. Есть несколько предустановленных стилей. Собственный дизайн на бесплатном тарифе невозможен, ну и ладно, выберем этот. Кстати, стилей тут достаточно. Есть всего три размера, возьмем широкий. И вот наш скрипт для вставки на сайт. Но прежде чем вставить, давайте еще немного доработаем. Там в голосовании, когда мы предлагали ввести свой вариант ответа, было написано «ада», по-английски «другое». Некрасиво, надо по-русски. Это делается здесь, Edit Language. Вот тут, собственно, все строки, которые появляются в опроснике. Вы их можете менять по собственному усмотрению. Например, так. Можно поменять и другие строки, а потом сохранить это все в шаблоны и использовать разные шаблоны в зависимости от ситуации. Как-нибудь назовем, сохраним и вернемся к скрипту. Итак, у нас есть скрипт. Как его вставить в статью на сайте? Это, кстати, нетривиальная задача. WordPress не видит скрипты, если их вставлять напрямую в статью. Тут нужно устанавливать дополнительный плагин под названием Shortcode. Устанавливаем. Активируем и идем в настройки, где находим новую строку за одноименной надписью шорткода. Тут все просто. Создать новый шорткод. Имя — это нигде не отображается, это для вас. Шорткодов может быть много, это чтобы вы смогли найти нужные. Голосование. И сюда нужно вставить код, который нам сгенерировал PolDaddy. Кстати, имейте в виду, что если вы установили SSL и настроили HTTPS, в предыдущем скринкасте мы рассказывали, как это сделать. Вам нужно поставить эту галочку, иначе он просто не увидит ваш опрос. Все, копируем скрипт и вставляем в шорткоды. Все. Create. А нет, не все. Он не воспринимает кириллицу в названии, да, забыл. Вот теперь все. Пишет, что успешно создано, теперь идем в записи. У меня она тут одна, с сайта тестовый. И переходим в визуальный режим, ну или остаемся в визуальном, если он у вас по умолчанию. Выбираем место, куда вставим голосование и нажимаем вот на эту кнопочку, которая с установкой плагина у вас незамедлительно появляется. Находим наш шорткод, пока он у нас только один, и просим его insert, то есть вставить. Все. Обновить и посмотреть, что получилось. Вот что получилось. Зря, кстати, мы выбрали широкий, некрасиво. Итак, голосуем. За все хорошее, против всего плохого и сразу увидим результаты, так как выбрали такую возможность в настройках. А еще выбрали возможность голосовать несколько раз, поэтому проголосуем еще раз. Например, оставим свой ответ. Когда? А действительно, когда? Тогда. И тоже результаты, уже поменявшиеся. А на сайте PolDaddy мы можем посмотреть результаты по опросу. Проценты и, собственно, другие ответы. Все работает. Сейчас очень быстро покажу, как сделать опрос. Там все немножко по-другому. Вот, кстати, наше голосование. Результаты всегда под рукой. А мы идем в опросы. Создать опрос. Выберем какой-нибудь Start Message. Ну и давайте будем показывать индикатор прогресса. И хватит пока. Тут мы добавляем блоки. Блоков много. В принципе, они покрывают все запросы. Можно запросить имя, адрес, можно вставлять разные формы голосования. Ну вот, например, матрица. Выбор из нескольких ответов по разным вопросам. Вот так это выглядит. И хватит пока. Save questions. Тут тоже можно выбрать стили. Или цветовую гамму, или из предустановленных стилей. Сохраняем и вот. Тут есть ссылка, можно ее просто вставить и перекидывать посетителей на сайт PolDaddy для голосования. Либо вставить голосование на свой сайт через скрипт. Тут он предлагает выбрать оформление ссылки. Варианты разные, пусть будет такой. И вот скрипт.
Мы его просто вставим в предыдущий шоткод, не будем создавать новый, и вот. Так это примерно выглядит теперь. Очень некрасиво, но это потому, что я делал все непростительно быстро. А вообще, если посидеть, поизучать, помучиться, может получиться вполне достойно для бесплатного приложения. Все, любите друг друга, задавайте вопросы и обрящите ответы. Подписывайтесь на канал и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий.